станция МОМТ. Важная узловая станция. Через который поезда идут с севера на юг. Вот, с Караганды, с Астаны, в Алмату, да, поезда идут. Также идет поезд Балхаш. И эта станция, она мне знакома с юных пор. Потому что я из Балхаша ездил в Караганду. Ну, студенческую пору, да? Поэтому, конечно, приятные такие у меня воспоминания. Почему? Потому что балхашских ребят, местные ребята уважали, потому что, ну, Балхаш недалеко, и все равно им там быть. Поэтому они с нами дружили. У меня у самого были друзья здесь. Ну, с тех пор, с советских пор, много времени утекло. Конечно, давно я здесь не проезжал. Но, тем не менее, приятно оказаться здесь. Приятно пройтись. Ну, здесь ездит много поездов, да? Из Алматы в Астану, из Астаны в Алмату, потом Екатеринбург, Бишкек идет, Ташкент, Бишкек, это Екатеринбург, и многие другие поезда. Поэтому важная такая станция. Поезд Караганда-Балхаш стоит здесь долго, поэтому можно вот походить, поснимать. Раннее утро, еще 5 нет, поэтому людей вот мало пока сейчас. Ну вот, светает, но еще пока не так светло, поэтому... Впечатление, что забор еще советских времен, и брусчатка, наверное, попозже.